Сьогодні день сім'ї, день родини. Люди відзначають це свято. І, звичайно ж, хочеться, щоб у кожній родині панував мир, затишок і спокій. І дуже часто трапляється так, що найближчі люди між собою не знаходять порозумінь. Особливо це стосується батьків та дітей. Ми сьогодні з'ясуємо, які ж найголовніші причини змушують людей віддалятись один від одного. І якраз в цьому ви нам допоможете. У нашій студії Світлана Сухомлин, доктор філософії, психолог-практик, викладачка Дніпровського гуманітарного університету. Дуже рада бачити вас, пані Світлана, у нашій студії. І я думаю, що ми сьогодні таки зможемо поговорити і дізнатися, чому ж такі непорозуміння є, чому батьки хочуть одного від дітей, а вони потім стають іншими людьми, чому у успішних батьків страждають діти, і вони зовсім не схожі на своїх родичів. Чому так стається? Ну, давайте з цього питання почнемо. Доброго дня. У вас так багато запитань, що я навіть не встигаю слідкувати. От з першого почнемо. Давайте так. Давайте чому? Про хороше. Про хороше хочеться? Так, можна перейду на російську Добре. Мову, бо так буде зручніше. Я вважаю, що сім'я – це залог начала всього в нашій житті. Тобто нашого будущего, нашого тила. О том, как нас воспитывают в семье, как нас любят, как нам показывают направление, куда нам двигаться, от этого и будет зависеть все наше будущее, наверное, процентов 90 точно. Потому что когда есть в семье любовь, забота, тепло и ласка, долюбленные дети, они всегда это чувствуют. И тогда эти дети, они насколько открытые, теплые и добрые, что они могут дать эту любовь другим людям. Всему своему окружению, всему там своему будущему поколению. То есть вот эти дети полюбленные, они как солнце, да, они сияют, светятся, у них всегда яркие глаза, улыбка до ушей, они прыгают, скачут, и всегда у них прекрасное настроение. Даже когда они болеют не так тяжело, как дети, которые все время какие-то вот замкнутые, уставшие, такие вот смотришь на ребенка, он идет там вяло, гребет эту лужу, и рядом ребенок бежит с разбегу в эту лужу, как прыгнет. И вот два разных ребенка и разная реакция мам наблюдаем. Да, одна мама радуется вместе с ребенком, который прыгает в лужу, становится, может быть, рядом прыгает, да, или там радуется, хлопает в ладоши. Другая мама кричит, куда ты полез в эту лужу, ты же там чистый, только оделся, на тебе там Гуччи, шмучи, и так стоишь и думаешь, и не понимаешь, зачем? Ребенку нужны эмоции, да, он хочет этого дождя, он ему радуется, как мы в детстве. Мы же бежали в этот дождь, прыгали в эти лужи, и родители как-то так все это проживали спокойно. Иногда, конечно, ругались, когда дождь был холодным, да, в непогоду, но летний дождь – это же всегда прекрасно. Вот от этих реакций родителей и отношений, построенных в семье между родителями и детьми, и выстраивается, наверное, на 90% их будущее. Потому что личным примером родители всегда подают, как нужно жить, как нужно быть, как нужно себя вести. И знаете, бывает так часто, вот смотришь, родители чему-то учат детей, а самостоятельно ничего не делают. То есть, например, они учат о том, что должен быть распорядок дня, и ребенок должен ложиться там в 9-10 часов вечера. Но при этом родители ложатся в 12 часов ночи, в 2 часа ночи. И поэтому они не могут понять, почему родителям можно, детям нет, ожидания не соответствуют действительности, да, или когда родители говорят о том, что нужно делать зарядку, но при этом сами едят фастфуд и говорят там о том, что тебе это нельзя, тебе это не полезно, тебе полезно это. А когда родители подают пример, делают зарядку, дети даже невольно, они потом тоже подтягиваются. Когда правильное питание в семье, когда убираются всякие конфеты, булочки, да, стоят на столе фрукты разные, сезонные, и не покупаются всякие мороженые, и родители садятся, едят фрукты, дети тоже потом невольным способом, что им остается делать. И вот эти все примеры выстраивают пазлы постепенного ихнего движения в ту жизнь, которую готовят их родители. То есть учить можно рассказывать очень долго о чем-то там, но собственный пример – это прошивка на подсознательном уровне так же поступать, как поступают родители. А бывает так, что вот нібито батьки все зробили вже для того, чтобы показати своїм власним прикладом, щоб навчити дитину бачити те, що хотілося б. Але дитина в якомусь такому віці, ну, скажімо, підлітковий,
вона от бере і робить все навпаки. Ну, не хоче вона бути схожою на своїх батьків. Ну, от ніяк. Ну, бувають такі всякі різні протести, коли очень часто заблуждаються родители, наприклад, в сім'ях з достатком. Очень модно мати нянь, гувернанток і много помогающего персонала, который якобы занимается детьми. У родителей есть прекрасная иллюзия, что они могут себе позволить освободить свое время для того, чтобы заработать денег, и тем временем их дети в прекрасных руках. И, может быть, даже не в прекрасных руках. То есть няня соответствует всем потребностям ихним, да, знание там языков, высокому уровню воспитания, этикета, там австрийские школы. Но есть один такой момент, когда эти дети, они не похожи на своих родителей. Они, какие бы они хороши не были, они все равно не выстраивают такие отношения, которые должны выстраивать дети с родителями. Потом приходит момент, когда вдруг нечаянно, например, в этот карантин, родители познакомились со своими детьми. Это был такой тотальный шок, массовый шок. Среди моих клиентов 80% клиентов – это шокирующие факты родителей о знакомстве со своими детьми. То есть няни им рассказывают одно, показывают другое, а реальность такова была, когда дети остались один с родителями, у родителей был шок от того, во что превращаются их дети. Они же думают, что они такие, как вот они были, да, когда-то их воспитывали, а дети совершенно другие. И дети начинают удивляться, а чего вы хотите, собственно говоря. Ну, вот нас так учили, а оказывается так, но не так, как хотелось бы. И поэтому иногда воспринимается это детьми в штыки, то есть такие вот моменты неприятия, неприязни, и они тогда себя ведут соответствующим образом. Но для того, чтобы не было таких жестких стычек, да, нужно с детьми дружить. Но дружить не так прям дружить-дружить, а дружить в той степени, чтобы показать свою любовь, свое доверие, о том, что ты всегда можешь на меня опереться, ты со мной можешь поделиться, ты можешь прийти в трудную минуту ко мне, я готов тебе протянуть руку помощи. Иногда так бывает, когда детей отдают учиться за границу в очень юном возрасте, и иногда они попадают не в очень хорошие компании. От общества же тоже зависит много, да? В тех школах, в которых учатся наши дети, обращая внимание по уровню достатку и уровню знаний, уровень проплаты, не всегда дают уровень знаний и не всегда дают пользу детям. Например, когда приходят дети и говорят, а почему ты меня не возишь в школу каждый день? Там Петю, Машу, Колю возит водитель. Ну, потому что нет водителя, потому что вот есть возможность тебя привезти в школу, я тебя везу, есть возможность забрать, я тебя забираю. И вот эти вот всякие моменты, которые смотрят дети вокруг, да, они же впитывают как губки, но когда ты им отдаешь много любви, внимания, заботы, ласки, и когда даже вот что-то не получается в учебе, да, не обязательно ребенка третировать этой учебой, да, требовать с него физику, если ты понимаешь, что он гуманитарий, да, помоги ему выучить новый следующий язык. Нужно разворачивать детей в ту сторону, у которых у них есть интерес, чего им хочется, куда они движутся. Але ж здавати треба все, і потім ще інша проблема, та, яка не завершена, вона все одно буде накопичуватись, бо не зроблене завдання те, яке треба. Ну, у нас поки що немає тієї досконалої системи освіти, де дитина могла би собі обрати. І нема такого розділення, на, ну, такого різкого. Все одно, врешті-решт, діти здають усі предметы. Да, ну, знаете, у нас же такое, у родителей у нас хорошее образование такое еще, знаете, когда много всего мы учили, у нас были другие высокие требования, у нас не было репетиторов, у нас не было выхода, мы обязаны были учить, и хотим мы этого или нет, но получить образование у нас не было такого, другого шанса никакого, и мы где не понимали, там учили, где зубрили, мы старались, поэтому своим детям мы еще можем дать какое-то образование в помощи, но если уж совсем никак, ну, конечно, приходить на допомогу репетитори. Ну так, пані Світлано, ви дуже багато окреслили таких яскравих питань, і ці питання, вони часто зустрічаються в повсякденному житті. Ну от, наприклад, це розділення дітей, ну, от, на багатших, на бідніших, так, на різні, так сказати, так би мовити, класи. Ми скажемо про те, що діти починають віддалятися від батьків справді, тому що є няня. І няня, вона нібито і близька, вона розуміє дитину, але з нянею дитина може себе поводити
проводити зовсім інакше. І я дуже часто бачу ті приклади, коли няня не, ну, от вона не така близька, по-перше. По-друге, з нянею можна робити все, що завгодно. І теж є таке, трапляється. Так, це велика проблема, на самом деле, тому що ребенок чувствує о том, що у нього є тил родителі, він може няню шантажувати, він може там щось не доділювати. Наприклад, я видела такую историю, которая меня сильно впечатлила. 7-летний ребенок, как бы взрослый мальчик, уже достаточно взрослый, ну, на мой взгляд. Не для чего-то там взрослый, а взрослый, например, чтобы завязать себе самостоятельно шнурки. Или самостоятельно помыть голову. Он не может себе завязать шнурки в 7 лет. Притом ребенок полноценный, эмоциональный, нормальный, здоровый ребенок. Он не относится к тем детям, которые не могут это сделать по каким-то причинам. Да, он это делает по той причине, что его не учат. Няне удобно наклониться, завязать шнурки, он ею помыкает, он требует: поставь мне тарелку, убери за мной тарелку. То есть он поел, он не убирает за собой тарелку, потому что есть няня. А как только няня начинает ему рассказывать о том, как нужно убрать тарелку, он там швыряет в нее эту тарелку, и родители на это не обращают внимания. Он сожжах, насправді. На самом деле это страшно, потому что в какой-то момент няня уходит. И все переключается потом або на батьків, які не очікували такої ситуації, або так, на іншу няню, можливо, так, не знаю, да, або, можливо, на дружину. Бо все одно в житті якось так лічно змінюється. Так, є привички, які переносяться із построєння сім'ї одної, переносяться в другу сім'ю. Очень часто случаються розводи, коли люди із різних сімей, з різним воспитанням, з різним образованням, у них нет состыковки картинки мира, да, с полноценных семей и неполноценных семей. Например, мальчик, который вырос только с мамой, да, может быть, он не знает, какая должна быть линия поведения отца в семье. Поэтому он будет себя вести так, как он может, как он научился, как он знает. Як він собі просто уявляє, а можливо, його дружина з іншої сім'ї бачила приклад, і вона собі не уявляє, як може бути інакше. Да, или, например, вот вчера там у меня была семья, консультация, когда отец достаточно жестко воспитывает свою дочь, воспитывает ее до состояния невроза. Девочке 16 лет, у нее уже невроз, и она уже говорит о том, что она ненавидит мужчин, о том, что она замуж никогда не выйдет, и у нее уже прям трясутся руки в буквальном смысле слова, да, при том, что это отец родной, у которого завышенные требования, он хотел мальчика, родилась девочка, и там идет такая, знаете, жесткая дрессировка, нет никаких нянь, ничего, но непонятное такое поведение отца какое-то, несостыковки, приводит тоже к таким трагическим ситуациям, когда дети, подростки, они замыкаются, у них возникают свои какие-то трудности, понимание мира, восприятие, и, соответственно, для того, чтобы девушка эта, которая сейчас еще девочка, ребенок, вышла потом замуж и хотела отношений, детей, счастливый союз, а не брак, для этого нужно теперь работать. То есть нужно и показывать разные стороны, что может быть по-другому. Но как она в это может поверить, если у нее нет такого опыта? Ось, я хотела как раз запитати вас, что же робити в таких ситуациях, и чи можна обійтись без фахівців, чи можна самотужки витягнути, наприклад, от ті стосунки, які повинні бути. Як можна побачити це на іншому прикладі? Яким саме чином діяти, щоб все вдалося? Ну, ми візьмемо, за приклад, не лише цю родину, а взагалі. От ми зараз окреслили безліч аспектів і дуже багато проблем. Як знайти вихід? Я думаю, що без спеціаліста на сьогоднішній день обійтись невозможно. Тому що уже насколько у нас нету института семьи, насколько у нас другое общество, все так стремительно меняется, у нас другие культуры, у нас однополые браки, это нормально, эти все на это дети смотрят, взрослые смотрят, никого уже ничем не удивишь, абсолютно такой свободный нрав, нету какой-то такой культуры этих отношений, да, и когда вот люди понимают, что они друг к другу не подходят, они заходят в какой-то тупик, они просто легко расстаются. А у детей-то сломанные представления о жизни, судьбе. Потом эти дети, конечно же, не могут самостоятельно выбраться из этой ситуации, потому что они не знают как. А помочь-то не у кого попросить, потому что посмотреть некуда. Смотришь налево, там одни ситуации, смотришь направо, другие ситуации. Но ведь когда же у нас болит зуб, мы же идем к стоматологу, да? Мы же не идем в кондитерскую лавку за пирожным. Поэтому культура
обращение к специалисту в этих вопросах уже у нас как-то больше, нежели было раньше. За рубежом там, конечно, легче. Например, если взять страну Израиль, там у них прописано прямо в страховке о том, что в таких всяких случаях, ситуациях обязательное посещение психолога. Минимум 10 сессий, да, когда там в семье развод или когда в семье там случается гибель кого-то из близких, родственников. И тогда это не допускается, такие вот большие провалы, когда уже невозможно. Травмы уже, да, да, такие людей. Травмы. Поэтому ну, у нас сейчас есть понимание культуры. Раньше же там подружка, сестра, сват, брат, все советуют, заинтересованные лица, незаинтересованные лица, Санта-Барбары. У нас все раньше на кухне было. Но на сегодняшний день уже выравнивается ситуация, когда люди понимают, что нужно обращаться за помощью, и чем раньше, тем лучше. Пані Світлано, я вам дуже дякую за такі чудові питання, які сьогодні нам вдалося розглянути. Дуже хочеться, щоб ми все ж формували ту справжню цінність, сім'ю, щоб ми розуміли, що кожен член сім'ї, він так само важливий, щоб ми орієнтувалися і на своїх дітей, щоб ми їх розуміли, щоб ми їм допомагали. Щоб ми їх слышали, важливо їх слышати. Чути, треба один одного чути, це найголовніше. І хочеться, щоб справді більше було щасливих родин, щоб діти посміхалися, були задоволені життям, ну і взагалі... Хочеться, щоб і у спеціалістів було менше роботи. Ну, насправді, дякую. Нехай вона буде іншою, нехай буде іншою. Але ж родина повинна все ж бути сформованою, міцною. Дуже дякую вам. Сподіваємось дякую. Побачити вас іще у нашій студії. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.